Всем доброе утро. У нас оно действительно доброе. Прямо какой-то праздник. Я проснулась от того, что шумит машина. Выглянула, а тут буквально национальный праздник. Убирают вот эту стихийную свалку. Наконец-то. Еще раз, только уже добрый вечер, вот было только утро, вот уже вечер, я никуда не пропала, я просто устала, просто дико, и впереди еще неизвестно, когда я смогу отдохнуть, это поэтому и не хочется снимать ролики и грузить вас своим вот этим вот уставшим видом. Меня встретила одна знакомая, говорит, отлично выглядишь, говорит, но глаза у тебя. Я говорю, да, когда работаешь практически без выходных, вот в воскресенье, на море я не была, вот в воскресенье сходили да, на Приморскую последний раз. Вот сейчас, да, по идее, 6 часов вечера, соберись, сиди на море, а сил нету, не, физически нет сил, понимаете, как. Идти, улыбаться, на-на-на. Так что я, как и говорила еще в начале лета, что на море будем попадать только к выходным. Потому как, ну вот так, кто жаждет смотреть все время море, обзоры домов, но это на другой канал. Очень много сейчас снимают про Новомихайловский, очень много показывают гостевых домов. Когда у меня есть возможность, я схожу. Когда нет, ну, на ныт и сюда ныт. Вы виноваты, как говорит, да, там, грузинский суд. Вы считаете себя виноватым? Он говорит, нет. Он говорит, ну, на ныт и сюда ныт. Так что вот как-то так. Ну и вышло буквально показаться, что я живая. И я говорю, грузить вас неохота тем, что вот я устала. Как мне сказала одна подруга, у тебя развлекательный канал. И ты должна быть все время на-на-на-на-на-на. А, кстати, видите, я в красном сегодня на буре ходила на работу. Очень красиво, мне тоже нравится. Еще раз, Женечке, спасибо большое говорю. Супер. Красный вообще мой цвет. Когда я думаю, красный цвет, дураки любят. Это про меня. Вот. Есть ничего не хочу, завтра еще... Пятница, еще мне пятницу, субботу. Тут еще проблема, что у меня уходит продавец. Как бы тоже она меня, конечно, подвела. Сказала, что я пришел другой человек, хотела работать. Она сказала, я остаюсь. В итоге проходит там 3-4 дня, она уже нашла какую-то другую работу. В общем, и вот теперь получается, мы остаемся вдвоем, и здесь я вообще не знаю, что получается. Все мои планы поехать на несколько дней в Абхазию. Я до слез расстроенная, конечно. Сейчас напьюсь с горя. И снимать там тоже некоторые мне пишут всякие дурацкие комментарии. Как будто бы я какая-то... То у меня... Сама намазана про голос, да. У меня голос такой, вот он севший. Когда человек целый, говорит, как у учителей севший голос? Скрипотцой. У меня всю жизнь он был вот такой голос. И другого голоса. Сука, я не в мультфильме «Русалочка». И купить я ее морской, видимо, голос себе новый не могу. В общем, зашла, купила себе Лозаннскую долину, изменила гранатовую вину. Ну, насколько здесь написано, грузинское вино. Думала, очки для зрения. Сейчас попробуем открыть, конечно. И где-то у меня покупала дымку. Никаких больше эфиопок, никаких. Вот наша обычная человеческая дымка.
Вот. И я что хотела, девчонки, спросить. Если вы ждете, ну как, вот я и думаю, раз у меня канал «Жизнь у моря», конечно, просмотры поднимаются, когда я показываю море. Я думаю, кому вот интересно вот это вот мое все барахло, что я, куда я. С другой стороны, есть у меня прям девчонки некоторые, с которыми уже как бы, мне кажется, та же, вот как я смотрю некоторых блогеров, не буду называть, я прямо жду каждый их выпуск. Там ничего путнего. Но я жду и смотрю. Думаю, наверное, и вы меня также ждете. И поэтому решила все-таки сегодня, хоть и усталость, хоть и какое-то вот настроение, когда усталость, как бы, конечно, ну, кто работает очень много, тот меня поймет. Хотя мне сегодня одна девочка умная сказала такую фразу: «Снежана, если вы запланировали ехать, ехайте». Я говорю, ну а как ехать-то, как я это оставлю? Я ведь тоже не могу второго продавца сказать: «Все, ты работаешь без выходных». В общем, ситуация такая неоднозначная, и как бы, ой, не знаю, как быть, что делать. Молю Господа Бога, чтобы пришел человек со знанием дела, чтобы быстро втянулся в работу. Вот. Со здоровьем более-менее, пока не, даже боюсь говорить и сглазить. Не могу открыть его завтра. Сейчас. А, кстати, тоже со здоровьем. Не знаю, есть у кого-то такая проблема, может кто-то что-то посоветует. У меня постоянно холодные ноги. Ну вот, ну вроде ничего-ничего. Потом вот и дома тепло, они как ледышки. И заказала я себе... Уже думала, может, у меня из-за этого и те проблемы. Сейчас разрежу. Ой, ну как я тут сейчас порежу? Ну так шиты насмерть. Подождите. Вот. Тут что-то даже... Какой-то... Ладно, сейчас, подождите. Все, разрезала. В общем, у меня размер 36. Ну там прямо и стелька внутри, слушай. Такая теплая. Супер. Я надеюсь, что сейчас мои ноги... Сейчас покажу. Будут постоянно в тепле. В общем, здесь у нас их очень много продается. Я подходила, спрашивала. Ну, конечно, мех, естественно, не овчина. Искусственный, но... Спрашивала 600-700 рублей. Такие барашки, да, милые? Милые барашки такие. И на Озон зашла, они там 490. В общем, заказала, слушай, мне очень нравится. Вот. И вот постоянно холодные ноги. И как бы почитала, и в общем, я понимаю, что это кровообращение, которое... Уже заканчивается, видимо. И решила купить. Все уже, старость подкралась незаметно. Хотя не хочется об этом думать. Еще хочется... Да много чего еще хочется. Ой, сейчас выпьем бокал вина. Поглядим, может, и все-таки успеем на закат. Ну, кстати, я еще купила на этом Озоне. Вот лучше туда не заходить. Туда заходишь на Валберес, на Озон, и попадаешь как в клаку. И все, ты понимаешь, блин, вот это надо срочно это. Надо срочно. Раз вот подарили мне вазочку, вот она сейчас поставила. Вот здесь на стол, здесь. Вот. Естественно, мне нужны теперь цветочки. Я меня заказала, но еще не пришли. На Озоне. Я не докрутила же картуру. Не докрутила. А что такое? А, все, все, справились. Сакуру. Такой розовый, по-моему. Белый. Ну, короче, я уже даже не помню, что на тот момент мне больше понравилось. Сейчас попробуем. Алазанскую долину. Стоит или не стоит?
Это так редко стало слышать этот звук. Ну, за то, чтобы больше получать и меньше работать. Меньше уставать и больше отдыхать. И так еще можем придумать много чего. Так что, ребята, те, кто смотрит меня именно из-за моря, из-за Новомихайловского, я вас разочарую. Вот так прошло лето. У меня видео про море даже очень мало, мне кажется. Вот где успели, где мои дети приехали, мы куда вот съездить успели. Вот там я успела поснимать. А так, день сурка, как у многих из нас. И вы, конечно, хотите видеть, чтобы я там, физически я не могу. Так что вы меня простите. И напишите в комментариях, если мне нужны эти домашние влоги, я тоже их снимать не буду. Как бы, ну, да, мне будет не хватать общения с вами, но что делать? За то, чтобы вы написали, что снимай, что хочешь. Неплохо, сказал эксперт по винам, блин. Кстати, то летом взвешивалась. Завтра с утра взвешу и скажу. У меня такое ощущение, что я с этим летом... А сейчас еще быстро покажу вам, что купила на кухню. У меня же там лежала дорожка. Старая, престарая. Но приехала внучка по имени Гуччи и упластала всю ту дорожку. И поэтому на кухне сейчас ничего не лежит. И я, когда искала тапочки, нарвалась его. Вот, расправила, ну, чтобы он отлежался. Коврик 1,40 м. 1,40 на 1,90 м, по-моему. Ну, как раз по моей кухне. Сейчас вот помою полы, потом вам покажу, постелю, как это будет. И там еще, кстати, стоит он всего 1100, что ли, я отдала за него. Такой приятный на ощупь. Ну, искусство все это, конечно. Но ворс нормальный, он не будет там легко пылесоситься. Конечно, это... А что, натуральный стелить на кухню? У меня как-то в далекой там молодости, тогда же на свадьбу, у девочки в тапках-то как удобно, прям как в тапочках. Лежали у нас вот эти все, как их, натуральные-то, помните, эти ковры были красные, там, черные. Но ведь их, если они заморались, их же постирать невозможно, нереально. И поэтому я вот теперь предпочитаю вот такие более облегченные варианты. И, в принципе, 1100, ну, пусть даже 1200. Дорожку еще такую же один в один присмотрела вот сюда, в коридор, если. Я люблю, когда везде текстиль. Многие любят, чтобы был ламинат, а я люблю, чтобы босыми ногами, которые уже холодеют с возрастом, чтобы ходить по тепленькому. Так что не теряйте меня, смотря то, что вы напишите, скажете, снимай все. Я могу с утра вам. Я, кстати, купила такую сыворотку для лица. Заметно? В аптеке «Апрель» со скидкой. У меня там, ну, покупаешь эту, скажем, карту, и там все со скидкой можно купить. Это я вам покажу в следующем ролике. Такая, девочки, клевая. И цена в пределах 400 рублей. Там на ночь крем еще ночной купила. В общем, тоже зашла в аптеку. Меня нельзя так-то, по идее, выпускать никуда. А если еще немножко в кошельке денег имеется, или на счету, Озон надо отключить, все отключить. Вот. Что еще там? А еще заказала там прикуриватель в Озоне. Знаете, вот этот, у меня в Матисе нету, куда втыкать на подзарядку. Еще оплетку уже на руль я купила, я же вам еще не показала. Ну, это уже потом. Оплетка около 400 рублей. Такая черная. Ну, в общем, все покажу. Ну, а пока всем, кто устал, отдыха, ложитесь, отдыхайте. Если не хотите никуда идти, не идите. Ложитесь горизонтально на диван. А, еще сделала маникюр. Представляете, я с вами не виделась там 3 дня. Столько событий. Такой маникюр.
именно захотела вот именно под этот. Я же собиралась в Абхазию, но вообще-то я сейчас еще собираюсь. Вот, под этот. Говорю, сделай что-нибудь красное с белым. Накрасили два белых. Как-то так пусто. Я говорю, придумай что-нибудь. Она вот такие мне наклейки. Не знаю, видно, не видно. Какая-то девочка с цветами, тут цветочек красный. И покороче сделала. Потому что она мне вчера сделала длинные, они начали очень быстро ломаться. Старость-то не в радость. Ну все. Всем пока-пока. Я жива. Хейтеры, не надейтесь. Все. Всех очень люблю. Пока-пока.